Ребята, всем привет, с вами Крошка Настя. Короче, это видео у меня про трейд в Adopt Me. И сегодня я куплю вот такого вот питомца за 100 робуксов. Вот так вот он выглядит. Давайте же поскорее посмотрим, что за него будут предлагать. У тебя одинаковые предметы из робокса, и ты не знаешь, что с ними делать? Тогда быстро переходи на StarPassGG, ведь у них на сайте появился крутой обменник. Бери меня несколько своих предметов на один крутой, или наоборот, получи с одного предмета кучу разных. Все делается, ну, очень просто, а главное, быстро и безопасно. Но не забывайте, что на StarPass можно покупать или продавать предметы из робокса выгоднее, чем где-либо. Все ссылки на лучший маркетплейс по Роблоксу StarPass будут закреплены в комментарии. Первый трейд, и мне предлагают Райт вот такую вот белую крысу. Ну, не знаю, она не особо ценная. Конечно, легендарка это хорошо, но все-таки это всего лишь первый трейд. Ага, мне к ней добавляют еще двух новых питомцев, вот таких. Ну, не знаю, это тоже маловато. Райт Кобра. Опять-таки, Райт легендарка, но она не ценная. Там мне еще что-то предлагали. Но я надеюсь, что не супер крутой питомец. Райт Золотая Единорожка. Ну, золотые питомцы, к сожалению, не особо ценные, поэтому это невыгодно. Золотое яйцо. Неплохо, неплохо. Но я думаю, тоже маловато. Вот такая вот Райт Акула. Ну, в принципе, легендарочка, но я не знаю, наверное, она не особо ценная. О, вот такие вот два снеговика. В принципе, для неонки это было бы хорошо, но я сейчас, наверное, не особо готова делать неонку. Третий снеговик, если бы их было три, то можно было согласиться. Это получается 300 робуксов, а мой снеговик 250, то есть это было бы выгодно. Вот такая вот Райт Белка. Понятно, понятно. Флайрайт Грифон. Первый флайрайт питомец за это видео. До этого предлагали только райдовских. Там еще льва нового предлагали, но он стоит не так уж и дорого. О, Райт вот этот вот какой-то кальмар. Не знаю, как он ценится, вообще без понятия. Ну, пока что, наверное, отклоню. Райт Слоник, серьезно? Я согласна. Это будет очень классный трейд. Ребят, он согласился. Но это пока что первый трейд. Блин, я очень надеюсь, он согласится на второй трейд. Это реально будет очень выгодно. Прошло уже, наверное, секунд 40. Этот человек очень долго думает, но я все равно буду ждать. Блин, он отклонил. Какой ужас. А я уже так надеялась. Думала, смогу затрейдиться. Ну ладно, буду трейдиться дальше. Райт Курица. Ну, такое себе. Она комоновская, к сожалению. Флайрайт Кицуни. Ну, в принципе, Флайрайт Легендарка. Если бы она ценилась побольше, можно было, наверное, даже согласиться. Эвил Единорожка? Что, простите? Конечно, я согласна. Это будет очень выгодный трейд. Блин, ну что такое? Меня заскамили. Я аж прыгнула случайно. Какой ужас. Зачем кидать трейд, если ты не будешь соглашаться? Вот такой вот флай золотой пингвин. Ну, в принципе, неплохо. Мне, получается, сегодня предлагают практически все райт или же флай легендарочки. Конечно, они не особо ценные. Вот такие вот питомцы. Какое-то вот это вот яйцо с Пасхи 2020 года. Но я думаю, оно не особо ценное. Флай Райт Сова? Зачем ты меня троллишь? Не, ну я, конечно, добавлю. А, Райт Пингвин. Понятно, понятно. Вот такая вот Флай Райт Золотая Крыска, которую мне предлагали в начале видео. Но она была с райдом. Наверное, отклоню. Ну ладно, ребят, пожалуй, хватит на сегодня трейдов. Вот такое вот видео получилось. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк. И не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока-пока, ждите новых видосиков.